Привет всем, с вами Альвина, и мы на обзоре в жилом комплексе «Вавилон». Жилой комплекс относится к элит-классу и расположен в престижном районе. Первая очередь была сдана в 2016 году, а вторая во втором квартале 2017 года. Пойдемте узнаем о нем побольше. Застройщик комплекса ТО «Тамерлан». Жилой комплекс расположен в Бастандыкском районе по улице Розыбакиева, ниже торгового центра «Мегацентр Алмата». Дорога от комплекса до Меги занимает не больше 5 минут ходьбы. Строительство комплекса началось в 2015 году. Каркас здания монолитный, с заполнением газоблоками. Сейсмошвы идут по зданию и обеспечивают подвижность при раскачивании. «Вавилон» состоит из 8 12-этажных домов. Фасад облицован травертином с жидким гранитом бежевого цвета. Для утепления использовались минерал-ватные плиты. В комплексе два въезда, там же въезды в паркинг. В каждом подъезде два немецких лифта, грузовой и пассажирский. Полы в подъездах и на лестничных площадках облицованы плиткой керамомарацци. Всего в жилом комплексе «Вавилон» 340 квартир. На выбор представлены 1, 2 и 3 комнатные при чистовой отделке. Площади квартир варьируются от 49 до 127 квадратных метров. При этом есть возможность перепланировки и расширения площади. Межкомнатные стены из гипсокартона с утеплением. Самая большая по площади квартира в комплексе – трехкомнатная, общая площадь 127 квадратных метров. Стены, пол и потолок уже подготовлены к заключительной отделке. Окна и радиаторы установлены, проведено электричество. Межкомнатных дверей нет, есть небольшая кладовая. Окна квартиры выходят на две стороны – во двор и на Мегу, а также открывается вид на горы. Квартиры в жилом комплексе «Вавилон» сдаются в предчистовой отделке. Мы сейчас находимся в трехкомнатной квартире, общая площадь 127 квадратных метров. Окна квартиры выходят как во двор, так и на торговый центр «Мега Алматы». Что входит в предчистовую отделку? Выровненные полы, на потолках и стенах лифкас, проведена электропроводка и уже установлены радиаторы. Расстояние от пола до потолка достигает 3 метров. На территории комплекса машины не паркуются. В комплексе предусмотрен двухуровневый паркинг на 220 мест. Места выкупаются отдельно. По внешнему периметру находится гостевая парковка. В центре двора есть спортивная и детская площадки. Вокруг них высажены туи и установлены скамейки. Есть освещение на всей территории комплекса. На входных дверях установлены домофоны. Видеонаблюдение ведется по периметру. Круглосуточная охрана, пропускной пункт на въездах, пожарная сигнализация в квартирах и подъездах. На первых этажах расположены коммерческие помещения с отдельными входными группами. С вами была Альвина, а больше обзоров на жилые комплексы города Алматы смотрите на нашем канале Homesters.kz. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока!